Всем привет, друзья! С вами Бу и ваша любимая рубрика «Они и люди». Или «Красный диванчик». Опять же, вы помните, кто был на красных диванах, знаете, что мы просто так какого-то левого пассажира на этот прекрасный красный диван не приглашаем. Так что, да. Тоха, штахи. Ты избран сегодня, и тебе выпала честь посидеть на этом красном диванчике. Ну, не то, что это мы, конечно, прикалываемся. На самом деле, друзья, почему вы позвали Тоху? Потому что, кто такой Тоха Штакет, если кто его не знает, друзья, это рэпер, прежде всего. Рэпер. Сколько у тебя треков, кстати? Да за 80. За 80 треков, это 8 альбомов, сколько можно сказать. Сколько ты в год бахаешь треков? Ну, 3 года. Нет, сколько за год количество? 20 где-то, 25 даже. Ты что? За месяц? Ну... 4 получается. 3, 3, ну, 3-4 вообще. Короче, рэпер. Короче. Рэпер. Потом, в прошлом, человек зависимый от кайфа, который с этим справился, и теперь уже помогает сам справиться другим людям с этой зависимостью. Ты являешься руководителем рэп-центра? Да, да. У тебя, то есть, есть свой центр, где ты конкретно передаешь свой опыт людям, тем самым помогая им. Так вот, друзья, сегодня какая тема у нас произошла? Вы знаете Владимира Стеханова. Тебе привет. Да, привет, Вова. И подписывайтесь к нему на канал тоже. Тех, кому интересно, там тоже все по поводу зависимости. И вот сегодня Тоха нам расскажет, потому что, Тоха, у тебя реп-центр больше христианский. Социальный с христианским уклоном, да. Социальный с христианским. А ты, ну, выходец, ты же когда лечился, ты, ну, там, наркозависимости, ты выходец с какого центра? Ты был в центре, да, в реабилитационном? Ну, да, я был не раз там, получается, где-то с 2010 года у меня было 3 центра. Это все крестьянские. Да, крестьянские. В поле, братан. Крестьяне. Ну, я не знаю, как правильно. Истинный крестьянин. Я думал, крестьянский. Ну, Иисус кто, Христос? Не, Христос. Это точно так же, как штахет. Если мне кто-то пишет в ютубе штахет, я говорю, все, от шамана пришли. Ну, так нет, штахет же лучше звучит. Я реально считал, у меня открыли. Да. Молодцы, вы мне открыли реально. Ну, видишь, ну видите, друзья, век живи, век учись. Да. На самом деле, что-то полезное, и мы возьмем с этого. Я уже полезное знаю. Знаешь, новое слово. Ну, то есть не новое, а как оно правильно называется. Но не в этом суть. Чего мы сегодня собрались? Потому что мы хотим Тохе позадавать острые вопросы по поводу реп-центра вообще. И первый вопрос тебе будет таков. Ты слышал, многие, наверное, что есть такие реп-центры, где конкретно клипа бьют. Да. Бьют, заставляют что-то делать, навязывают тем же, ну, то есть, как бы доминируют, да. С физической точки зрения. Сталкивался ли ты с таким, допустим, где-то? Может, видел, может, на себе прочухивал. И второй вопрос, может, ты кого-то бил в этих центрах? Вот, по комплекции. Ну да. Короче, ну, такая тема, что лично меня никто не бил. Я на таких центрах не был, слава богу. Но знаю ряд таких центров, особенно это где-то начиная с 2012 года. Вот конкретную, допустим, я знаю там линию центров, я не буду озвучивать, какие это центра. А всем известны, допустим, Геническ, да, я наслышан, потому что был с ребятами из Геническа, которые приезжали, забирали Буцкоманда, и я знаю реально, что даже ломались судьбы и психика у этих людей, потому что, ну, у меня лично был знакомый, к сожалению, он сейчас погиб, и его уже в 17 лет мама вызвала, хотела полечить, и приехали будоломы. И забрали на один из таких центров, где просто там не дали ни перекумариться, нифига, чисто стройка, там посты типа хавать нельзя, молитва. Я как сейчас помню, он говорит, я залез, говорит, на дерево этот, такая, как ягоды получается, такое вот оно. Шелковица. Да не шелковица, это уже осенью, понад, ну, озерами. Вообще, ну, дикая такая. Ну, короче,
Нет, да, залезь, короче, на это дерево, а ему так вот бросает, ты падла, слазь, типа, понял. Ну, это все. Он клевал эту резину. И он хавал, да, ну, голодный, пацик, вот, Степка был у меня, ну, знакомый такой, и он говорит, и он, ну, спустя 10 лет, у него злость такая была на этих, ну, людей до сих пор, ну, то бишь, да, ну, осадок остался конкретно, знаешь. Ну, все равно я бы хотел бы сказать, что не стоят по одному центру. Нет, 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 100%. Что они все такие. 100%. А как ты считаешь, это типа, ну, это зависит именно, это как бы политика центра или это наоборот каких-то отдельных личностей? Ну, вот как ты думаешь? Ну, как говорится, рыба гниет с головы. Есть некоторые, допустим, центра, где происходит беспредел не с подачи, допустим, лидера какого-то, а есть, ну, потому что там, допустим, сами служители эти, допустим, они вот такие вот, ну, скажем так, ну, наркотик бросили, понимаешь, они вышли с пустыни, а пустыня не вышла с них, и методы остались те же самые. Понимаешь, и вот они за счет этого как бы отыгрываются, знаешь, и свои срывы они утверждаются за счет таких людей. Ну, понятно, какой-то костяк они создают. Знаешь. Не, я просто не знаю, может, есть какие-то центра, где конкретно программа, методика такая, то есть. Нет, ну я физическое, ну, смотри, воздействие. Типа, не, может, вот не как я раньше, извини, мысль, как я раньше слышал, типа, знаешь, есть выражение, да что там наркомана привязать к батарее, там, пару раз палкой, неделю, там, воду, хлеб, и все будет как шелковый. То есть, может, у кого-то такое, может, мировоззрение? Не, ну, смотри, все, мне кажется, знаешь, если центра есть, ну, все человеческие факторы, все мы люди, знаешь, и мы понимаем, кто такие наркоманы, я на примере, конечно. Можно свести кого-то с ума, и, прикинь, человек просто может, ну, вот так не контролирует, ну, бах, вот вспыхнул, вот резко. Не, ну, это типа конфликт. Я о другом говорю. Ну, все равно, не, вот, ну, может себе человек такой вот допустить, ну, конфликт, типа, но, ну, это смотри, минимум, не между, как бы, выздоравливающими, а наставник, допустим, он может себе такое позволить? Не, ну, сколько раз такое было, что вскрывались люди, прыгали с окон, короче, чтобы, там, убивали, короче, ну, были такие моменты, что с таким исходом вообще, ну, мама дорогая. Просто смотри, допустим, что касается христианского центра, здесь в априори не может быть такого. Понятно, что ты спрашиваешь, было у тебя когда-нибудь такое, ну, допустим, да? Были моменты, где было на повышенных, да, были моменты провокации в мою сторону, знаешь, были, так, ну, допустим, вот у меня сейчас на центре те 17 человек, грубо говоря, понимаешь, и ты живешь каждой жизнью, ну, допустим. Потому что, ну, центр, я так хочу вам сказать, что либо центр должен быть, чуть-чуть отклонимся, с уклоном вот 12-шаговым, как ваш знакомый, да? Вот он конкретно профессионал, он четко занимает, он влазит в мозги людей, он вот перепрограммирует людей. Ну, там даже не 12-шаговый, я тебя чуть поправлю, там немного больше психологический, ну, уклон. Ну, но оно да, со всего, да, психология, тогда, да. У них там фазы, понял, да. Все равно в каждом даже социальном центре все равно там есть какие-то христианские, о христианском, конечно, эти, но все взаимосвязано, потому что наша, да, в первую то, очередь, что с совестью работают люди, ну, там, допустим, понимаешь. И вот это круто, когда есть вот такие вот, понимаешь. Либо, если это христианский центр, то человек, ну, как минимум, может, если он там без образования, может, он торчал там 10, 15, 20 лет, но если у него нет этой заботы к людям, если у него нет в сердце помочь себе желание, и сострадания, желания, а как сейчас, допустим, бывает, ну, если мы уже говорим об этом, вскроем какие-то карты, да, допустим. Ну, интересно. Вот, человек приходит, допустим, приходишь ты на реабилитацию, такой, смотришь, особенно если, допустим, христианское, это там бесплатное, платное, смотришь, зачастую, все такие, ну, унылые, знаешь, такие печальные, там, такие голодные где-то, знаешь, и вот он смотрит, там, допустим, 15 человек на центре, и он такой пришел, как лидер, наркоман, лидер, пришел такой, заминирующий страны, так, это, включился в программу, включился в систему, где-то притворился, где-то, понимаешь, такой промолчал, там, где-то там громко помолился, такой, всегда нужны помощники хорошие. Этот лидер, допустим, о, чувак, ты типа классно включился, на тебе телефончик. Он такой, оп, уже телефончик есть, понимаешь. Так, чувак, будешь... Взаимосвязь, да, понял, будешь, и пошел. Да, будешь нормально как бы себя вести, вот мы тебе откроем дом, ну, дом, будешь лидером.
А для наркомана, который всю жизнь там, ну, привык, ну, что он там где-то ворует, занимает, бабки берет, ну, по сути, неудачник, понимаешь, для него тебя в оп и начальника поставит. Это ого, как для эго твоего влияет, понимаешь? И он такой, опа, вроде бы как бы, я просто, ну, видел эту систему настолько изнутри, потому что я из-за того, что не был согласен с этим, я, в принципе, ушел, ну, вот, из этой колеи, я тоже был вот в такого плана, короче, ну, движения, да, и... То есть ставили, я так понял, что ты хочешь сказать, ставили лидером человека, который не хотел, не то, что там должен быть лидером там по своим, по сути, оставили того, кто был удобен, исполнительный, да, какой-то, да, неважно. Да, кто-то мог там пряника дать, ну да, кто-то мог там... Неважно, хочет он помогать людям, не хочет, просто да. Что выгоден, типа, как для... Ну, как, со стороны, для работы. Со стороны это выглядит, как он хочет. Я не могу, допустим, за каждого, так сказать, конечно. Понимаешь, но очень большая часть тех людей, и, которые ему дают ответственность, понимаешь, и тут начинает волоктить человека, понимаешь, тут начинается уже все, он уже приходит, того наставника нету, допустим, и который, допустим, порядочный, да. И он приходит такой и начинает, так, сюда, допустим, ну, упиваться властью. Да, 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 понимаешь, начинает там учить, начинает как-то где-то что-то, ну вот я, допустим, знаю такие моменты, когда, да, допустим, лидеры вообще, в принципе, не работают, ну, в основном не работают, ну, я, допустим, в своем центре я тружусь. Ну, я езжу, мотаюсь, мы занимаемся сантехникой, я вожу ребят, у нас есть так как практически фирма, там мы создали с другим, там, со своим товарищем, как бы занимаемся просто все уже, отдельно от реп-центра мы занимаемся услугами, да. Но зачастую процентов, наверное, 80 центров, где лидер, это просто как вот он, как вертухай, знаешь, вот он все. Но надзиратель. Он надзиратель, и люди, допустим, приходят с работы, ну вот ко мне же приходят ребята, у меня в основном все те, которые 3-4 раза были на центрах, у меня такие уже покалеченные, знаешь, ребят, ну вот все в основном мои ребята, они те, которые у них получилось на протяжении там нескольких раз, допустим. И многие делятся. Я даже, ну, я понятно, что я фильтрую. Я же не просто уши развесил и слушаю. Ну, конечно. Я понимаю, что кто-то с обиды затаил, кто-то, допустим, кого-то там... Тоже там, эго. Да, огорченный, эго, гордость, да. Но в основном так, типа, знаешь, ну, говорит, мы приходим с работы, допустим, лидер лежит на диване, там, ну, что там, это, что там, ну, все. Бабки посчитали, все как бы, ну, нормально, понимаешь. И вот так вот люди, допустим, трудовые центра, где люди трудятся, они вот так вот, ну, работа. Ну, а за что они работают? За что, да. То есть деньги они, типа, все отдают? Раньше, когда это удобно было, отдавали все. Потом, когда начали, ну, полиция начала хлобучить, ну, да. Начали выдавать чисто принципиально копеечку какую-то, допустим, чтобы все, ты уже там либо расписываешься, получил денежку, либо этот, ну, насколько я знаю, там 100-150 гривен в день работяга получает. Да, ну, сейчас, если кто-то будет, сможет смотреть, будет у меня из каких-то лидеров, понимаешь, понятно, что я, допустим, работал всю свою реабилитацию бесплатно. 8 месяцев я трудился, мне было в кайф, я этим жил, мы как-то идеи жили, мы вместе, как вот братство у нас было, понимаешь, но... Я, допустим, как нормальный, ну, отец, я всегда хочу лучшего своих, допустим, детям, понимаешь? Я, ну, допустим, до меня в один прекрасный момент так вот как-то дошло, что в любом случае людей надо поощрять, понимаешь? Ну, потому что наркоман или бомж, или алкоголик, он всю дорогу там ходил, там одевался плохо, там, и ему очень важно, когда человек там может отработать неделю, поехать себе купить какую-то вещь, там, телефон, понимаешь? Вот у меня там позавчера там самокат электронный, ну, хлопец купил, понимаешь? И, ну, это классно. Ну, это работает, такие отношения. Я понял, смотри, можно я скажу тоже по этому поводу? С чем я вот бы сравнил бы, понял? Вот как бы не прискорбно оно звучало бы, там, ну, реабилитационный центр, так как я был один раз, и большую массу, там, может, процентов, может, напополам, я не знаю, но, в принципе, слышал, что есть нормальные центра, и, там, и от тебя ты ходишь тоже в церковь, правильно? Это же тоже центр, да. Реабилитационный центр. И, ну, я тебе доверяю, знаешь, и есть еще там ряд людей, которые там знают, тоже у нас общий знакомый. Но там, где я был, допустим, и конкретно, и там, где я еще видел, знаешь, там наряду этого всего, я бы сравнил бы его, ну, тупо с тюрягой.
Почему с тюрягой? Я бы сравнил бы его. Во-первых, на тюрягах тоже, понял, бедолаги, мужики пашут, работают. И они, по сути, там зарабатывают, им дают там, и то. Там, как в центре, ты говоришь, хоть дают 150 гривен. А в лагере тебе просто этих 150 гривен пишут на бумаге. Понял? Это при том, что там в месяц 150 гривен. В месяц, не в день. Это при том, что минимальная зарплата, там тоже куча денег. Да. И при этом и то с этих 150 гривен там тоже высчитывают за отопление, за всякую штуку, знаешь. И тоже смотришь, приезжаешь в этот реабилитационный центр, как там, опять же, сравню с зэками, знаешь. Реально сидят типы просто, что под гипнозом. Я тоже ездил, ну, знаешь, и, ну, были места, не хочу говорить, что все такие есть по-любому нормальные. Но при этом начинают съезжаться эти пастыри, понял? Ты просто смотришь и... Так вот отсюда... Да. Отсюда и вопрос. Ты офигеваешь. Созревает. Да. Там, Теслы. Давай не будем. За что живет, ну вообще, за счет чего живет реабцентр? Ведь нужно кормить, нужно по сути одевать, если что, лечить. Ну, очень много расходов, отопление и все остальное, аренда, кормить. Если это дом. Да-да. Вот за что? Ну опять же, смотри, коль мы касаемся, допустим, коль мы касаемся, допустим, 12 шаговых, либо социальных центров, где офигенные условия, где все там отточено, где все классно, многие пишут типа, а вы бабки берете. Ну, послушайте, ну, да. но в любом случае за все ты бесплатно ж не проедешь, ну, ни в автобусе, ну, ни, конечно, да, ни, ты нигде. Это, ну, я тебе так хочу сказать, еще такой опыт есть. Когда человек платит цену, за него платят цену, он как-то ответственнее к этому относится, понимаешь? Вот я даже по себе заметил, допустим, вот приезжает человек, он, ты его берешь бесплатно, он этого не ценит. Он пошел на другой, пошел центр, понимаешь, на третий. Вот такие центра, допустим, они же, у них есть фиксированный, допустим, какой-то там 10-15. 15 тысяч, да. Вот, но я же опять же говорю, если, допустим, социальный, я за какие методы, если социальный центр и с них берут деньги, то к ним должны относиться как к клиентам. Ну, да. Ну, ну не да. Просто ты дичь, ну, там, да, знаешь, конечно. Ты дичь сюда, там, ну, такого, так, это нет, я ты же в больницу плачу, ложишься, да. Когда в больницу, там, в частную клинику, тебя? Тебе там... Персонал знаешь, за тобой, да. Забота. Да, забота. Да. Точно уважение, так, забота. Да, точно так же на таких вот, ну, на таких центрах должна быть забота, что ты можешь прийти и сказать, ну, плохо мне, не просто ты приходишь плохо, слышь, ты там, типа, топец сюда, или, знаешь, как я слышал, вот, допустим, в комнатах, где лидеры, они, что там эта голова там трусит, там это. А я смотрю, думаю, ну все, то бишь этот человек, ему уже все равно, что он, ну, на, это, ну, на него, понимаешь? И есть и такие центры, когда просто мамам говорят, допустим, если мы берем социальные центры, он еще не готов, он еще не готов, он еще не готов, он еще не готов, то он и не будет готов, потому что он не хочет спрыгивать, понял? Ну, конечно. И родители каждый день, они, все консультанты, в принципе, видят, что, ну, что с него получится, понимаешь, потому что, опять же, он сейчас проведет реабилитацию и поедет опять к себе домой, туда же в логово, в это, особенно если это солямба, современные наркотики, то... Это, ну, да. Самый хороший метод, это остаться там, быть, типа, консультантом, где-то что-то, ну, да. Чем больше в трезвости, да, быть. В этом сообществе. Да, да, остаться. Первое время вообще это не оговаривается, как и я делал, допустим, это мне помогло, потому что когда я ехал домой, меня уносило, допустим. Что касается социальных центров, там, верующих, да, некоторые, небольшая часть центров, она, допустим, на довольствие церкви. Вот церковь выделяет, все, они живут. А такие... церковь чего живет? Я ну, церковь, люди, ну, как прихожан. Люди, прихожаны, да, дают там добровольные там, какие-то пожертвования, десятины, да. Это, кстати, если такой центр существует за счет церкви, это очень хорошо. Ну, да. Потому что, да. Потому что церковь, она заботится, да, люди, да. Но это очень мало такого, в основном, да. Да, понимаешь, в основном, типа, наоборот, что такое реабцентр у верующих? Это люди, которые будут строить церковь, которые будут раздавать
трактатки, приглашать людей, там, сделать какие-то моменты, допустим, кормить людей, допустим, ну, какое-то есть социальное служение, допустим, ну, я опять же, мы на чистоту же, да, ну, говорим, да. Я же там, ну, допустим, не Вася какой-то, мы все видим моменты. Не, мы чисто высказываем свое мнение, как мы это видим, допустим, мы ни от кого не говорим. Социальное служение, допустим, где кормят людей, ну, на первый взгляд, четко. Классно. Вообще классно, круто, да, допустим, все. Если это, допустим, делает, для людей, понимаешь, допустим, то это очень хорошо. Кормят, все. Но бывает иначе. Бывает, допустим, что это делается для того, чтобы просто показать, что вот у нас церковь, она занимается такими делами, типа, вот мы типа молодцы. Или мы там помогаем наркоманам. У нас есть 5 центров, понимаешь? У нас есть 5 центров, у нас вот на служении, допустим, 100 человек зависимых, понимаешь? И это, потому что показатель церкви, допустим, это количество людей, прихожан, понимаешь? И вот в последние, наверное, лет 5 центра стали эти, вот как показатели, понимаешь? Это то, что составляет церковь, понимаешь? Вот. И такие, допустим, ну, такие церкви, кто-то помогает, но, на жаль, наоборот, эти центра, они кормят церкви. Помогают церкви. Да, помогают церкви. То есть, ну, грубо говоря, тем, что работают. Ну, работают как-то, я не знаю. Или там, кто-то платит. Да, допустим, я, ну, был, допустим, в 2014 году такой опыт, как, допустим, с центров реабилитанты. Пошла такая тема, будут с команды, закрытые центра, приезжать начали, забирать людей. И вот у них такие были, там фундрайзинг работал, это получается такая штука, ты приходишь, говоришь, мы помогаем людям, и там на склад. Нам там можете выделять, нам, у них по документам им дают, допустим, пособие, ну, покушать, там, амсторы, там, вот эти движения все, понимаешь, вот покушать у них уже есть, понимаешь, ну, иногда до реабилитантов не все доходит, понимаешь, да, этих. Ну, это тоже зависит не от церкви. Это все от лидера зависит. Иногда бывали такие моменты, что реабилитанты ходили, пошла такая тема, фундрайзинг с этими коробочками ходили. Понял, вот эти коробочки, помогите. Да, это сейчас их припустило. А тогда, прям это был разгар, и они ходили по улицам, по автобусам, и они собирали эти денежки. Мало того, что за них платили родители деньги. И они как бы якобы, чтобы вырасти, показать, что я типа нормально, что я уже могу ходить в спортзал по зеленой, телефон иметь. Они типа ходили, собирали там на наркотик. На то время, типа, борьба с наркоманией, это был как эталон такой, я сам помню, занимался, я такой мог сказать, да я помогаю наркоманам там прийти, знаешь, там в больницу или куда-то. Для меня это казалось, что это такое, понимаешь, вот, подвиг какой-то максимальный. И эти люди, допустим, собирали эти кубики и из-за этого, допустим, строились церкви. Покупались аппаратура, там это все, ну, там машины. Да, да, потому что, допустим, люди не говорили, что мы собираем это на церковь. Мы собираем, люди говорили, мы собираем это для наркоманов, понимаешь? Я не хочу там как бы копаться в этих моментах. Я просто говорю, что вижу, да, что знаю, как бы всякие методы были, знаешь, как говорят, если даже какими-то неправильными методами, если это помогает людям, типа, слава богу, знаешь. Я тоже знаю, что много из этих ребят, центров там выскочили, вырвались. Но опять же, это, знаешь, превратилось в такую религию, вот такую дубовую, понимаешь, это вот все. Мы все, и не кроме нас никто, мой Бог, знаешь, когда ты, допустим, люди бросают торчать, и идет девчонка курит, допустим, и этот чувак, который только вчера кололся, говорит, ну что ты там, пепельница, ну знаешь, ну понятно, ну типа все, он уже вырвался, да. Понимаешь, а потом через 2 недели его прихватывает, говорится, житуха прихватывает за этот разговор, и он сам идет и колется над притом. Ну, да, утверждается на других. А вот смотри, вот такой вот интерес. А по каким критериям выбирают лидеров? Вот. Ну, я же тебе говорю, те, которые проводят. Более пошустрее, ну, да? Да, пошустрее. Я же говорю, где-то на духовных моментах выбирают на центрах, ну, кто там, вот там. Ну, я бы мог бы стать лидером. Ну да, да, курить бы бросил бы. Вообще, блин, запросто. Не, на самом деле, по этому поводу, вот, друзья, еще раз убеждаюсь, общаюсь с тобой, и там и с Вовой, и вообще, я же сейчас уже там, у тебя вижу движуху, там видел, не первый реп-центр, нам пишут постоянно, пацаны, сделайте свой реп-центр. Вы не понимаете, друзья, что о чем вы говорите. Это, во-первых, работа с человеческими судьбами,
Во-вторых, говорю, это в натуре сложно. Но это надо либо, чтобы внутри это было, знаешь, либо желание работать в этом направлении, либо, короче, ну, вот так вот остаться, типа, безвыходность какая-то. Да это надо результат, это не просто там, это должно быть ответственность и на результат, чтобы был чтобы выздоравливали. Чтобы братец, реально... ну, вот я тебе пример приведу. У меня там 2 года назад проходил реабилитацию там Хлопец, год он у меня был, даже полтора, там, 20 лет у него шахте, забои, и буквально... Нормально, я там на завод официально работал, все, и вот буквально в субботу он не вышел, пошел куда-то побухать, и до сих пор у него его нету, и мне батя его звонит, типа, Антон, прозвони морг, и это, у меня братан, понял, такое вот, ну, так фигово, понял, становится, потому что хоть он уже и года его нема, понял, думаю, блин, опять, потому что на моем личном центре уже, по-моему, 7 или 8 человек за эти 3 года, вот, что я знаю, ну, отъехали из-за наркотика, из-за того, что там... Ну, то есть, на том свете. Да, да, из-за того, что они, ну, знали, как, ну, ты им говоришь, ну, братец, не надо. Ну, такой, сорвался, да? Да, да, да. Много на срыве кто... Я пошел, там все нормально, я пошел, работа есть, все есть, понимаешь, и действительно, ну, как бы ты это переживаешь, потому что, ну, я не знаю, если ты этим живешь, я же опять повторю, у меня, ну, допустим, чтобы мне... Я не скажу, что все говорят, я люблю наркоманов, да и ты убывай, как будто его порвать просто, ну, да, понял? Ну, нема такого, что там, ну, потому что они такие бывают, и, ну, вот, ну, ты сам знаешь, что такое наркоман. Конечно. Но когда он, допустим, начинает меняться, когда ты к нему привыкаешь, и, допустим, он там побыл у тебя месяц, и ты, и он от тебя уходит, понял? Ты просто капец, ну, это для тебя такая какая-то, тут все... Полночи ты по-любому где-то тебе будет, ну, фигово, знаешь, вот как мы Стаса даже отправляли, понял? Вот я, ну, вспоминаю его глаза, понял, он там, типа, и все, и ты такой думаешь, фу, жара, ну, понимаешь? То бишь, этим, ну, этим надо жить, но опять же, ну, чтобы этим жить, надо себя ломать, братан, ну, ломать, знаешь. Ну, да. Потому что мне не в кайф было, допустим, брать этого бомжа, садить себе в машину, типа, и как кто-то говорит, а вы наживаетесь на бомжах, типа, да, ну, чувак, ты с ним проедешь полчаса в одной машине просто. И что ты наживешься? Ну, да. После этого. Не, ну, то да, уже да, такое, то чисто да. Будут... Да. Всегда будет хейт. Будет хейт, будет, ну, по-любому да. Кто-то будет усматривать во всех поступках наших, что-то, ну, да, плохое, да, что-то... Да, да. Ну и также две стороны, знаешь, вот как ты говоришь, что-то репцентр должен за что-то существовать, да, да. И с другой стороны, типа, как, ну, они должны работать, те, кто, или не должны, как должно. Ну, ну смотри, но если ты пришел, допустим, лечиться, допустим, и как-то это, в любом случае тебе, ну, деньги, тебе на руки вообще это тупо давать, если ты, допустим, месяц, допустим, не торчишь, в любом случае какая-то должна быть тема, либо кто-то уже утвержденный, да, допустим, ну, однозначно, потому что дать тебе деньги, ты побежал. Я же опять же говорю, некоторые люди, ну там, да, есть там полгода ты бесплатно там работаешь, где-то что-то там, все, ты оплачиваешь свое пребывание. Да, привыкаешь, потому что где-то десятка репцентров, где-то бесплатно, понимаешь?